Почему стиральная машина не сливает воду? Обзор возможных причин. Отлично, стиральная машина не сливает воду или же сливает воду через раз. Что же, не расстраивайтесь сильно, по крайней мере. Вы не одиноки, такая неисправность встречается довольно часто. В этой статье мы разложим информацию по полочкам и узнаем, что может быть причиной плохого слива воды. Итак, причина того, что не работает слив в стиральной машине, может быть неправильно выбранная программа стирки. Мы настоятельно рекомендуем перепроверять выбранные режимы стирки. Если по вашему мнению поведение машинки похоже на неисправное, например, стиральная машина не сливает. Почему стиральная машина не сливает воду? Обзор возможных причин, если стиральная машина не сливает воду. Здесь можно увидеть слив на отлично, стиральная машина не сливает воду или же сливает воду через раз. Что же, не расстраивайтесь сильно, по крайней мере. Вы не одиноки, такая неисправность встречается довольно часто. Итак, причина того, что не работает слив в стиральной машине, может быть неправильно выбранная программа стирки. Мы настоятельно рекомендуем перепроверять выбранные режимы стирки. Если по вашему мнению поведение машинки похоже на неисправное, например, стиральная машина не сливает воду, Samsung, LG, Indesit, Arda, Ariston, Bosch и DR, как в нашем случае, вы могли бы просто выбрать другой вариант. Если у вас есть дети, например, вы можете просто нажимать кнопку «Режим без слива» на панели управления. А вы могли случайно не заметить проблемы со сливным шлангом. Может быть, что стиральная машина перестала сливать воду по банальной причине перегиба или засора сливного шланга. Это вполне может стать причиной того, что стиральная машина не выкачивает воду. Проверьте его нетронутости, заодно можно прочистить, если есть загрязнение внутри. Также нужно проверить засор сифони, если сливной шланг выведен в него. Кстати, профессиональное аккуратное подключение стиральной машины к водопроводу себе или близким можно найти здесь. Засорился фильтр. Если не чистить фильтр в соответствии с инструкциями, то в один прекрасный момент может стать причиной закупоривания слива. Как результат, стиральная машина плохо отказывает воду. Также можно наблюдать за ситуацией, когда в стиральной машине остается вода после стирки. Почему? Теперь уже фильтр нужно вынимать очень аккуратно и постепенно, так как вся вода из бака может вытечь на пол. В фильтре часто можно найти косточки от лифчика, монетки, булавки, пуговицы и остальную мелочевку, которая по случайности попала в стиралку. Кстати, забитый фильтр может быть причиной многих неисправностей, например, такая неисправность: стиральная машина не открывается, засорился патрубок внутри машинки, который идет от бака к насосу помпе. Там можно обнаружить носки и другие мелочи, и в результате стиральная машина не хочет сливать воду. Неисправен сливной насос помпа. Какие могут быть внешние симптомы неисправного насоса? Почему стиральная машина не сливает воду и гудит? Например, это может быть не такой, как всегда, приглушенный звук помпы во время попытки слива. Другими словами, стиральная машина шумит при сливе воды. Однозначно определить, исправлен ли насос, сможет специалист. В этом случае насос вышел из строя из-за естественного износа, средний срок службы от 3 до 5 лет. Либо крыльчатку насоса могли заблокировать мелочевку, которая просочилась сквозь фильтр. Также могли намотаться нитки, волосы. В таком случае без полной разборки насоса не обойтись. Шум при сливе воды – один из сигналов скорой замены насоса. Сигналами для скорой замены насоса на новый также являются периодические сбои в работе, например, когда стиральная машина регулярно с какой-то периодичностью не сливает воду и не отжимает. Проблемы с проводкой, могло произойти нарушение целостности проводки внутри машинки. Опытный специалист выявит такую неисправность без особых трудностей. Неисправность модуля управления, программатора.
сбой в прошивке либо же сгоревшие микросхемы попросту делают модуль неработоспособным и, следовательно, стиральная машина не спускает воду. Здесь можно либо произвести ремонт, если такой возможен в данной ситуации, либо же замена модуля на новый. Как видите, причин плохого слива стиральной машины множество. И застраховать себя от ошибок на 100% невозможно даже при правильном уходе за стиральной машиной. Залогом хорошего ремонта в этом случае является точная квалифицированная диагностика поломки.